Привитос, амигос, продолжается Beyond Two Souls. Кстати, когда в начале стартового меню запускаешь, показывают, насколько девочка выросла. Сейчас вы охренеете, на кого она стала похожа. Это уже не Эллен Пейдж, по-моему, это уже... Негр грусти все еще тот же. А, нет, Эллен Пейдж, смотри-ка, но похоже уже немножко на героиню Мэдисон из Хэви Рейна. Моя принцесса. А, это не негр грусти, это негр научный, негр ученый. Боже мой! Черт, эти нигеры вообще не стареют. Такая же красивая, растерянная, грустная, как в нашу первую встречу. Ты не сам ты опущенец. Возвращением, друг. Сколько лет прошло? Давай. Походу, Эллен Пейдж в этой игре обречена на одиночество. Печалька. Ну как? Ну, половое одиночество. Выбора у меня не было. Кто-нибудь знает про мой звонок? Нет. Конечно, нет. Даже Нейтан. Стал бы я рассказывать, что встречаюсь с беглой преступницей. А ты? Чем занимаешься? Ну, у меня свой отдел. Классифицируем потусторонних существ, определяем их. Ну, у меня свой отдел, короче, надуваем колеса, балансируем. Ну, знаешь, негритянский шиномонтаж в самом центре Гарлема. Как Нейтан? О, он теперь большой начальник, глава ДПА. А у него, блядь, свой покрасочный цех. Все пизженные тачки в этом городе красятся у него. Крышуем шавухи. Ты что-нибудь выяснил? В день твоего рождения некая Нора Грей рожала в госпитале ДПА. Некая Саша Грей рожала в госпитале ДПА. По бумагам ребенок был мертвый. По бумагам у ребенка, блядь, миллион отцов нахуй. Отец. И зачатие произошло через род, поэтому у тебя призрак, блядь, с тобой родился вместе. Его имя Джонатан Николс. Умер до родов. Инфаркт. Все, что я знаю. Узнал, что жена беременна, я калел, блядь. А что еще про нее известно? Немного. Знаю, только лет 20 назад она участвовала в научной программе ДПА. У нее тоже дар. Да в гэнг-бэнгах она, блядь, участвовала. Где она сейчас? Ее доставили в психушку. Я так и подумал, что психушка. Сразу после родов. Судя по досье, она до сих пор там. Мою мать упекли в психушку? Мне жаль, Джоди. Ну, раньше было консервативное, в общем-то, все. Никто ее не бежал забирать в ЦРУ, если... Я тебя понимаю, но... Каждого дурачка, который видит призраков или считает, что он Наполеон. Она ответит на твои вопросы. Мне не нужны ответы. Мне нужна она. Неужели непонятно? Она моя мать. Я хочу взглянуть ей в глаза и понять, кто я такая. Она моя мать, твою мать. Это спецклиника под усиленной охраной. А тебя ищут. Ты объявлена в розыск по всей стране. Нельзя просто взять и зайти. Ну чё, сколько ей тут лет? Лет, наверное, 25, наверное, уже. Ты очень сильно рисковал, помогая мне. Спасибо, Коул. Чем он, блядь, тебе помог? Чем он рисковал? Ничего не понял. Узнал немножко информации. Ты же не думала, что я тебя одну от... Ну, вообще, милота. Что-то не так.
Слушай, Джон Коннор свою мать из психушки вытащил с Терминатором, а с нами аж целое привидение. Да мы сейчас этот... Не вернусь через полчаса. Уезжай. Разворотим этот гадюшник. Кол, возьми свою пушку. Откуда у меня пушка? Блять, у каждого черномазого есть пушка. У каждого чертова нигера в этом городе. Поищи в бардачке. Что-то у меня такое чувство, что Коул в этой миссии немножко помрет. Что там какой-то, блядь, странно. Капли дождя не попадают на главную героиню, видимо. Видимо, Айден окутал ее святой аурой. Ноги у нее по-прежнему, сука, кривые в три пизды. И вообще, конечно, да, Эллен Пейдж очень низкосракая баба. Здрасте, я пришла к Норе Грей. Здравствуй, мой черный брат. Покажите разрешение. Сющий, братан, согласится. Умолять тебя буду, Сющий. С меня банан. Я ее не видела. С тебя моя маман, с меня тебе банан, йоу. Разрешение, никого не пропускаю. Да? Как они хорошо натренировали эту обезьянку, блядь. Вот так вот честные нигеры теряют работу. Так, предлагаю пойти и продать крэк. Чтобы его посадили, пидора, будет знать свое место. А что он видит глазами вареной рыбы, интересно? Нашла. Левел 7, комната 43. Седьмой этаж, палата 43. Ух ты, какой фонтан в этой психушке, блядь. У нас не в каждом бизнес-центре так себе позволяют. Блять, люблю вот эти фонтаны, сука. Все, я тут будь здоров. Все-таки, если бы главной героине был не Айден, а пистолет, было бы интересней. Прикиньте, игра про чокнутую сучку с пистолетом. Ну что? Айден, надо открыть эту дверь. Охранника не надо от чем-то отвлечь. Что он там делает? Saint John Hospital chat. Have you seen Brenda tonight? Not yet. Yes, of course. I fuck her. I fuck her in her mouth. Ну и хули мы добились? Сначала отвлечь дежурного. Да, я понял, блядь, а как? А, видите, а вот теперь можно позвонить ему по телефону. А вот сразу отвлечь нельзя было. Айден, наверное, блядь, тупой по их мнению. Охрана, я слушаю. Охрана, встает охрана. Блядь, мы сейчас нахер электричество вырубим. И он не слышит, что сзади двери открываются, да? Все хорошо, а как без электричества? Открывалка-то работает. А, отлично, она, сука, на батарейках. Видимо. Не заметил. Должно быть что-то. Блять, я сам хотел в Айдена залезть. Так, что-то должно быть. Интересно, например, что? У них неплохая дурка. Я бы хотел в такой лежать. Смотрите, это же можно. О, колес нажрался, сидишь, телек смотришь. Ой-ой-ой-ой-ой, оранжерейка своя. Теперь понятно, почему в Америке каждый маньяк пытается подъебнутого косить. Они, наверное, изначально пытаются психов косплеить, но не у всех получается. Не все понимают, что если, блядь, надевать на себя чужую кожу, то сюда, скорее всего, ты не попадешь. Возвращайся, ты слишком далеко. Надо ему, наверное, позвонить, блять, позвать, чтобы он сюда пришел, нет? Какие многоходовые ситуации. Он, походу, в уши теребонькается. Вот балбес, твою мать.
Может, в оранжерее надо что-нибудь бросить? Так-то здесь больше ничего не подсвечено. Кто-то же заебанец, иди сюда. Он больше на пациента, чем на врача похож. Посмотри, идет такой с видом, блядь. Блажного чувачка. Дэйв Норман. Прошу за мной. На нахуй. Биться головой об стены. Это круто. А мне не нужна его карточка? Твою мать. Вот зачем он и положил. Айден мог бы просто в нем оставаться и ходить нас водить тут, нет? Пиздец, какая система тут. Это какая-то клиника-то элитная. Сразу видно, наверное, ЦРУ ее маманьки комнату оплачивает. Боже, как же я боюсь психов. Давай скорее найдем эту палату 43. Ничего не упускать. Очень важно внимание к деталям. Если что-то упустим, будут большие проблемы. О, не бойся, я не расскажу. Им не понять. Это наш с тобой секрет. Блять, я только через двери могу проникать, что ли? Какой номер комнаты-то? 43, по-моему, да? Я нашел, Джоди. Пошел ты нахуй. Орешь тут, придурок. Тут глупый нигр обошел по против часовой стрелки. Джоди, я здесь. Вместо того, чтобы просто посмотреть. А я здесь, ёпта, чё, блядь? В эту хуйню будем играть? Да. Сразу видно от армии кости. Я просто хочу увидеть весь ассортимент пизданутых этой больницы. Меня-то за что бить? Я же ни при чем. Нет, я ни при чем. Наверное, его наши ППСники допрашивали. Так, что еще? Все, конец. Странная планировочка, очень странная. Уходи! Ты серьезно? Я боюсь! Ты дьявол! Вот ты, блядь, гомункул, походу. Смотри, он... Дьявол. Он видит Айдена, смотрите. Или это совпало? Совпало, блядь. Лох. Педальный. У этого хронический диагноз, хронический приход, наверное. Сейчас, подожди, я думаю, там в конце самое интересное. Типа сюда никто не пойдет. Оставьте меня. Нет, тут что-то, блядь, они все какие-то пассивные, не очень интересные. Самое интересное, думаю, это мамашка нашей. Я тут буду. Да, если она на меня нападет. Джуди, возможно, она не в себе. Не факт, что она что-то поймет. Судя по местным пациентам, я думаю, она сейчас может, либо хихикает, да. Либо, блядь, скребется, либо чешется, либо собственным говном на стенах рисует иероглифы.
Воу. Овощная маманька-то. Так, а где ее призрак, его видно? Что-то она не похожа на Джоди. Мам, это я. Джоди. Да она, блядь, откуда знает, Джоди ты или не Джоди. Она имя-то тебе дать не успела, я же сказал, дочка умерла. Что у нее в талисманчике? Мамочка. Ты меня слышишь? Ну, вселяйся в нее и пообнимаемся, да? Она в то тоже там была, в том же центре, смотрите. А кто ее? Вы понимаете, насколько важен этот ребенок? Кто ее приходовал там, интересно? Ты не сможешь. Мы сами о ней позаботимся. Так будет. Ты же знаешь. Даже комнаты те же самые. А кто тогда был директором? Забирайте ее! Я передумала! Верните мне дома! Унесите ребенка! Что-то это я уже видел. Где-то. Дайте мне знать, если вдруг случится что-то необычное. Увеличьте дозу, чтобы никогда не пришла в сознание. Так не проще ее тогда просто вальнуть нахуй с волыны, блядь, чё? Чё лекарство на нее тратить? Ну, вытащи у нее шланг-то этот, может, он отляжет. Какой у нее дар. Что так? Что ты хочешь мне показать? Что это такое? Уничтожь этот дым. Айден, скорее! Говном облепили каким-то парализующим. Моя девочка. Моя девочка. Созрела. Я так боялась, что не увижу тебя. Я так скучала, Джуди. Вся думала о тебе. Что с тобой? Что они сделали? Это наркотики. Бесконечные от наяву. Да, 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 да. Я ничего не могу от сделать. От наяву. Только ждать конца. Я тебя вытащу. Я тебя спасу. Слишком поздно, Джуди. Уже поздно. Я люблю тебя. Больше всего на свете люблю. И всегда буду любить. Сейчас она ее отключит, походу. От наркотиков, блядь. И она помрет. Так бы и оставили цепочку в дурке. Прям вот не забрали бы. Там же вещи у них в коробку сначала складываешь, потом проходишь уже. Че, так ее можно выключить или что? Бесконечный ад наяву.
Вот так Айден научился останавливать моторчик. Что у нее хотела узнать Джоди? Вообще непонятно. Просто хотела ее... Я всегда буду с тобой. Я чуть нахрен не навалил сейчас. Ты че? Прям в ухо так. Ну и сейчас, видимо, Джоди захочет отомстить, наверное, тем, кто разрушил, так сказать, ее жизнь. И вот это будет уже интересная миссия. Ну, тоже нихуёво. Опять Айден проебал всю свою службу. Каждый раз, когда Джоди получает тяжелым чем-то по башке, блядь, это Айден... Это Айден тупит. Это Айден провал. L1. Ну, здесь ебать копать кабинет, видать, директора ЦРУ, раз золотые деревья у него тут стоят какие-то, или что это, памятник. Там какая-то картина. Директор ЦРУ Наполеон? Вот это поворот. Нихуя себе. Айден, где мы? Его как бы знает. Айден ничего такого не видит здесь. Зачем ее сюда притащили? Че не привязали? Че ничего не сделали? Кто это на фотке? Такое ощущение, что это Дебров, блядь. Это я уже видел. Это кабинет этого, блядь. Вильяма Дефо. Нихуя, вот это Моник. Вот мне такой надо. Ах, сука, живут же жиды, ёб твою мать. For Daddy. Что как бы намекает на то, что... Теперь понятно, почему ее не связали. Сейчас окажется, что во всем Норман виноват. Непонятно, зачем здесь пока... На сканере зачем-то подсвечен отпечаток ладони. Айден отказывается его взламывать. Да, опять этот щит гребаный. Где-то тут Капитан Америка. И мы летаем, да, мы на летучей базе. Что это такое, блядь? Око Саурона? Ах, вот что за херня. Да, это, ёпту, Вильям Дефо. Конденсера мощнее еще не было. Впечатляет. Тот, он всегда играет гондонов. Это, блядь, ну почти всегда. Ну почти гондонов. Ну это я традиция мазафака. Ты похудел, а? Вид изможденный. Да, мне тут по ебальнику на днях автоматом дали. Ты не в курсе? Расскажу, обхохочешься. Ну-ка, садись. Как здоровье? Ой, блядь, мне на днях и по ебальнику автоматом дали. Ты не в курсе? А, так ты в курсе. Но ну тогда не будем об этом. Как меня нашли? Они следили за тобой со дня побега. Хотели убить. Но я убедил их понаблюдать за тобой и не делать этого. Да, я убедил их просто дать тебе автоматом по...
Что произошло с мамой? Ну, что произошло? Что произошло? Была не в себе. Где? Врачи допускали, что она может причинить тебе вред. Она бы меня не тронула. Нельзя было рисковать. Я тогда был рядовым исследователем, Джади. Лишь через много лет узнал, как все было. Да, да, я-то, блядь, не я. Почему ты не рассказал мне про маму? Зачем скрывал правду все эти годы? Я хотел рассказать. Но как объяснишь это маленькой девочке? Я заботился, любил и защищал тебя как мог. И что дальше? Ты сдашь меня обратно в ЦРУ? Ты это задумал, Нейтан? Ты здесь потому, что у них есть работа для тебя. Кроме тебя с этим никто не справится. Резко или со злостью? Кто хотел меня убить? Я правильно поняла, Нейтан? Слушай, Джоди... Зачем мне тебя слушать? Ты с ними заодно. Зачем ты лгал мне про мою мать и приемных родителей? Ради денег? Или власти? Или славы? Перестань, ты знаешь, что это неправда. Я больше ничего не знаю. Мы знаем, что еще одна страна обнаружила инфрамир. Они думают, что смогут управлять им, но даже понятия не имеют, с чем связались. Русские, по-любому. Существа прорвутся. Ты ведь знаешь, что будет, Джоди? Ну а я-то тут при чем? При том, что ты лучше всех понимаешь инфрамир. Это работа ЦРУ. Да. Хватит с меня. Они предлагают сделку. Поможешь им, и от тебя отстанут. Ты знаешь, что будет, если откроются врата. Грянет апокалипсис. В России они давно, блядь, открыты где-то в Госдуме, нахуй. Постоянно туда какая-то нечисть пробирается, блядь. Ой, сука. Ну так, значит, вы справились насчет Докинза, 72%. Какая нахуй, я уже даже не помню, кто такой Докинз, ну да ладно. Вы отвлекли охранника с помощью электрического щитка, 84% людей. Блять, какие там варианты-то были. Вы избавили Нору от страданий, 74%. 26% бессердечных сволочей оставило ее сидеть в таком состоянии. Вы узнали имя своего отца, 51%. Вы осмотрели палаты с помощью Айдена, 71%. Вы забрали медальон, 97%. 3% людей побрезговало раздевать умирающую мать. Еще и золото в нее. Ей нечем будет расплатиться за пере... О! Что это такое? Снова она маленькая? Какой странный ремикс. Я думал, здесь такого не будет. Ну, всем нравятся миссии, где она маленький пупс, поэтому... Ну да, маленькая она была посимпотней. Так, понятно. Сели-встали. DPA... Нейтан, я устала. Может, хватит? Фу, ничего себе, как мы засиделись. Прости, я опять слишком увлекся работой. Мордастая какая была, мелкая. Я принес тебе интересную книжку. Хочешь, почитаю перед сном? Ух ты! Надеюсь, не стихи. В той комнате осталось. Эдграла на побле. Может, ты за ней сходишь? А я тут закончу и почитаем. Давай. Да, сейчас. Так. Это надо подслушать, что-то не видать. Блять, он так на Лобанова сейчас был похож, как заржал. А, опять темные комнаты.
так? Куда он дел книгу? Вот не знаю зачем, но я, блядь, это сделаю. Нет, так, блядь, не пойдет. Дождите-ка. Доступ к новому бонусу. Какому нахуй бонусу? Айден, хватит. Не смешно. Да это не Айден. Ух ты, Айден? Ух ты. Хоррор-хоррор. Да, зачем на нее бесы-то охотились раньше? Ёб твою мать, кто это такие? С дырками в головах, это что за еще было? Пиздец, какой непорядок. А, это семья этого профессора, ёб твою мать. А, ты нашла. С разбитыми головами. Пора перейти к серьезному делу. Они, наверное, разбились на машине? Или он их, блядь, убил? Ёбаный в рот. Что с тобой? Что стало с твоей семьей, Уильям? Тебе нехорошо? Да, да она просто устала до смерти. Она обосралась до смерти. Да? Да-да, одну минутку. Нейтан, тебе. А сейчас Нейтану скажешь, что разбилась его семья, наверное. Нейтан Докинс. Она об этом заранее узнала. Нейтан? Что-то случилось? Жанна. Дочь ехали домой из гостей. Фура. Пьяный водитель вылетел на встречку. Ну, тогда трупы еще не в плохом состоянии, раз они всего лишь с головами разбитыми приплыли. Они должны были вообще прийти в виде каши. Джоди. Джоди, пойдем спать. Нейтан, погоди. Я сейчас. Идем, Джоди. Ну, не знаю. Насколько такая реакция соответствует подлинной реакции человека на такие новости. По нашим данным, в Республике Казахстан узнали о существовании инфрамира. Каким хуем в Республике Казахстан, блять, могли об этом узнать? На секретной базе, расположенной в провинции Фелханзян. Казахстан, блядь. Ну, Саша, ай, нравится. Моя звай Барат. Значит, они могут взаимодействовать с той стороной. Твоя цель — разрушить конденсер и всю связанную с ним аппаратуру. Очередная банановая республика сейчас получит пиздюлей. Постройка нового конденсера — затратное предприятие. Это даст нам больше времени, чтобы лучше изучить инфрамир. Очень важно предотвратить нападение... Чтобы наш флаг в инфрамире развивался первым. Мы ожидаем, что база будет под охраной военных. Ваш отряд... Отряд? Натарите из октября, прорветесь вы к амбару. Марла.
О, у меня будет своя суперкоманда. Джонни Факел, надеюсь. Здорово. Привет, подруга. Блять, только нахуй не это. Хуй ты угадал. Это опытные диверсанты, умеющие действовать скрытно. Вы отправляетесь... Да? Ну так пусть, блядь, скроются отсюда нахуй. Осторожней, Джонни. Никто не знает, что ждет там, за гранью. За какой в пизду гранью? Ты что несешь? Я пока не тороплюсь в инфрамир. Да, хорошо. Туда торопится Райан. Раз сюда приперся. Голубец. Не хочу тебя потерять. Да-да-да, ага. Рад тебя видеть. Я постараюсь не дать Айдену тебя убить. Но не обещаю. Угу. А я не постараюсь. Пусть его хоть сейчас завалит. Так. Начало отличное. Ах, женщины. Так что, они сейчас ее прямо на задание кинут? Ну, блядь. Миссии с вот этими заданиями, они пипец какие долгие, поэтому... О, видать, сразу к развязке, сразу к кульминации перешли. Правильно нахер эти прелюдии. О, Лю Канг! Мне это начинает надоедать. Если не хочешь разговаривать, придется вас убить. Я бы и так охотно убил вас. Но зато быстро и без лишней боли. Че же Райан не накачался-то нихуя за ЦРУшника боссаны? Медленная и очень мучительная. Ну, последний раз спрашиваю, кто вас послал? Последний раз спрашиваю, кто вас спасает? Где ты? Заебись, спойлернули, да? А теперь вот мы идем. Тут вообще никого нет! Это точно здесь? Ну, координаты верные. Мечет все сильнее! Что же нам делать? Джонни, пусть Айден поищет нам укрытие. Ты слышал, Айден? Да, пусть он мной командует теперь. В коровнике, я так понимаю, вы не хотите, да? Как он здесь далеко может от нее отрываться? Раньше так далеко не отпускали вообще-то. Вон там есть дом! Понял! Идем! В заросшем парке. Да, лыжники, фуфлыжники. Бьёрн Даллен, блядь, из сборной Норвегии. Да, правильно, пусть их тут снегом заметет, потом с утреца встанем, поищем. Дичьи. Ну, холодина. Что мы тут делаем? Обычная рыбацкая деревня. Информатор нас кинул. Такие дела. Надо двигать, а то замерзнем насмерть в этих сугробах. Три дня шли по льду, жрали снег и впустую. А что у вас в рюкзаках тогда таких набитых, все если не еда? Сюда послал, и... Эй, вы задрали уже своим нытьем. Нечего сказать, закройте рот. Ребят, я замерз. А вот эти, они тебе пизды дадут. Че ты, блин, будешь? Она права. Остановимся здесь и переждем бурю. Я выйду на связь со штабом.
Ну, что-то, блядь, дрова рубить никто из них не вызвался. Так. Ну-ка покрысятничаем в сумке в чужой, что у них там есть. Так, так, у нас тут, сука, С4. Жопа. Все мокрое. Да я. Че, жопа намокла? Чувак. Черт. Все насквозь промокло. Надо что-то придумать. А то и ночью не протянем. Я отойду. Надо бы поссать. Девочка хуева, поссать ей надо, ёб твою мать. В Америке не говорят поссать, в Америке говорят, я пойду попудрю носик. Ёпты. Надо поссать. А посрать пойдешь, тоже им расскажешь? Да. Молодцы, ребята. Ну сейчас, чтобы поссать, надо мочевой пузырь, чтобы оттаял, ёпта. Хули, сосульками ссать, что ли? Ну, она может, что, сосулю выдавить, да и нахрен. Давай, скажи, что это Нескафе заебись, и разработка игры по баблу отобьется моментально. Так, куда она хочет поссать? Далеко не уходи. Минус 40. В такую погоду не до прогулок. Козел. Горный. И херовый у них воротник, да, на этой куртке? Так, сюда. Да, девочки очень придирчиво ищут место, где поссать, когда не пьяные, блядь. Давай, напрудишь тут за дверью, да и ладно. Ну и чё? Сейчас вареник, блядь, надует. Блядь. А, ну все, не сможет поссать теперь. Когда смотрят, они не могут. А там из печи, а там из трубы дым должен валить, как бы, нет? По-моему, она уже остатки себе в штанину налила, да и ладно. Лыжи они не увидели, да, разбросанные здесь. Вон, у нас же, блядь, диверсионный отряд распиздяев, блядь, даже лыжи не спрятали. Я видела. Где? На главной дороге. Конвой бронемашин мимо меня проехали. Тебя видели? Нет, вроде бы нет. Погнали. Куда вы гоните? Вы только что замерзали. Нападем на них сзади, да, наверное? Правый, левый парк. Пицца, картошка фри, пицца, картошка фри. Южный парк. Так, нас кто-то уже настигает, давай. Блять, база настолько близко, что Джоди чуть не обоссала ее. Айден, глянь, что внутри. Блин, глянь, что внутри, что внутри. Как там, что там, блядь? База секретная, что? Вряд ли там, блядь, семья эскимосов живет, да? Чуть такое. Катера какие-то. Батискафы. Нам один нужен. Там солдаты. Они грузят ящики. Они под водой открывают свою херню? Подлодки. Подлодки? То есть врата? Под водой. А похоже, внизу подводная база. А на подлодках доставляют грузы.
Да что за страна такая этим занимается? Я вижу троих. Пусть Айден их уберет. Айден? А ты что будешь делать, черт болотный? Устрани. Устроился, ишь ты, блядь, командир хуев. Пусть Айден посмотрит, пусть Айден устранит. Немножко Хитмана, дамы и господа, немножко Хитмана. Ну и как их устранять, интересно. Подстраивать, видимо, несчастный случай. Тут, наверное, надо крышку закрыть ему на об голову. А, у него есть. А второй где? Тинца! Нас предали. Он застрелился, братан, отвечаю, вообще его не трогай. Сука, какой он тупой, блядь. Халява, просто халявище. К этой боегре да нормальный шутерок прикрутить, вот это было бы веселуха. А так, жми R1. Пресс R1 to win. Выбор аристократа. Твою мать! Прости. Да, предупредить не мог. Айден, блядь, вылезти не мог перед этим. Так, что будем делать? Дайте подумать, ладно? Я надеюсь, ты не тугодум и много времени это не займет. У меня есть идея. Переоденемся в их форму, скотчем, подклеим себе глаза, чтобы быть азиатами, блядь, и проберемся на секретную базу. Там даже если нас раскусят, то так охуеют от этого, от этой дерзости. Мы что-то забыли. Сюда. Куда сюда? Куда он меня позвал-то? Блять, она еле ходит. Даже говорить, блядь, ничего не хочу по поводу того, как она медленно ходит. Это пиздец. Ну почему бег-то не дали, ёпта? И что? Сюда, блядь, не сюда, хули? Чё он вякнул-то? Как сюда садиться, как и ничего доставляет. Я умею пилотировать подлодки такого типа. В ЦРУ был тренажер. Ну да, прямо на ней и пойдем. А этот чел не умеет, да? Из того же ЦРУ. Верное самоубийство. У тебя, наверное, план лучше есть. Объясни мне, что ты делаешь? Решила вам троим дать. Прекрасная идея, но они нас быстро распустят. А может, и нет. А, она решила воспользоваться моим тупым планом. А врата эти сами собой не закроют. Шутница. Очень похоже на японского солдата, блядь. Расстояние прокатит. И что? Прям вылитый. Спустимся на подлодке. Потрясающе. Такая Маруся, там ей ебал. Посмотрим.
Я с ней. Ну а мы как же? Готовьте пути отступления. Когда мы вернемся, нам придется уходить очень быстро. Что? Это приказ, Ник. Давай взрывчатку. Ай, блядь. Неудивительно, что вас повязали, дебилы. Ну чего? А. Я думал, так и буду заставку показывать. Ты ведь понимаешь, что мы можем не вернуться? И чё? На что ты намекаешь? Да. Это я сразу поняла. Спускайся. База где-то близко. Ух ты, да ладно, я чё, блядь, управляю? Управляю. Да, ничего себе. Порулить дали. В ЦРУ был тренажер. А у меня тренажера не было, но я нормально, смотрись. Сома. Начинается Сома. Если в Сома была такая графика, то это было бы круто. Трудно читать приборы. Причем у тебя что, приборы за окном, что ли, в воде? Ух ты, лещ какой проплыл, а? Лещ, ребята, здоровенный лещ. О, они еще лампочек навкручивали в скалы, блядь. И мне впадло было здесь проводку проводить. Не проще фары на свою подводную лодку повесить? Бот. Ой. Ай, простите, пацаны. Никон, Кассио, Ямаха, Якудза. Надеюсь, это не вопрос. Надеюсь. А куда тут паркуются-то, пацаны? Эй. А, о, автопарковщик. Отлично. Мы приехали домой к Ихтиандру. А. Я впечатлен. Быстро нас тут. Другие бы давно раскололись. Взяли. Че, Райан не раскололся еще? Муки товарища развяжут тебе язык. Ты не представляешь, насколько мне на него похуй, чувак. Я режь его. Мои вопросы просты. Режь его, как скажи, свинью. Кто вас послал? Как вы узнали про эту базу? Я думаю, Райан, та еще пизда сейчас расколется. Что произошло, когда ты прошла через защитное поле? Что за защитное поле? Ничего не говори, поняла? Чего? Как скажешь, бро, как скажешь. Я буду задавать эти вопросы снова и снова, пока ты не ответишь мне. Кто вы такие? Это что за пидорский порез? Ты что, ебанулся? Режь нормально, блядь, под ребра пихай ему. Насы ему на рану. Больно ему. Ничего не больно, просто хуйня. Просто ответь мне на вопрос. И ему не будет мне так кажется... мучительно больно. Нет. Упорствуешь? Да. Как же мне тебя разговорить? Ну, это же тёлка, блядь.
познакомься с ней на Фейсбуке. Если я сделаю вот так... Ухо, отрежь ему ухо. Что? Глаз? Ну, он тогда же сексуальней стал, по-моему. И без этого. Нахуя? Ответь на вопрос, и все сразу закончится. Если можно с этим. Русские не сдаются. Ответь, я прошу. А почему Айден, блядь? Смотреть, как люди страдают. Почему Айден ее не защищает, я не понимаю. А, через защитный барьер она прошла, и Айден, видимо, блядь, отфильтровался куда-то, да? Мне сейчас необходимо отлучиться. Подожди, зарежь Рональду. О, у нее ожог на плече, смотрите, от хабарика. Скоро я вернусь, и мы продолжим наш разговор. Мне кажется, этот узкоглазый татуированный чувак был в Sleeping Dogs. Там много таких чуваков было. Что дальше? Ну, ищем конденсер, взрываем. Нас сейчас повяжут, тебе глаз высосут. Есть у тебя конкретные идеи? А ты тут нахуя, чувак? Может, ты что предложишь, дельно? Что-нибудь придумал? Ты коммунист неведомой страны, ёпта. Ящики какие-то надо таскать, да? Даешь миссию, как в мафии, с ящиками. Джоди, не подходи к ним близко. Мы не можем тут ждать. Издалека они видят херово, да? О, так это что тут? Который меня терзал. Давай. Чё ж мы не самоубились-то? Но... Заткнись, иди за мной. Опа, сработало. Теперь ищем конденсер, пока они не очухаются. И где у них тут, блядь, конденсеры? Конденсорный? Эй, солдатик, где у вас конденсорная? Ай, наверное, там, сука. За красной дверкой. Чё-то какая-то подводная база у них миниатюрная. Чё-то. Вот, ничего такого прям. Нахрен сюда что-то на подводных лодках доставлять. Проще было такой сараюгу поставить где-нибудь в степи, а где нахер. Им что, вообще похуй, что тут ходят какие-то щит. Там что нарисовано. А вот там не щит. Ладно, не пропускают этого. Ну все, разворачивайся. Тут ничего нет. Это военное звание, но. Тоже щит. Вот так мы и попались. Ну что ж, я отыграл роль в конденсорный. Джоди, что это? Он же не может через православные китайские стены пройти за ней. Все, Айдена оторвали, блядь, заебись. Ай, красота. А мы пойдем на север. О, в доширачную.
Видите, у них доширак нарисован. О, душевая. У них тут тёлки-то есть? Привет, девчонки, я так ждал вас. Нет, ни одной. Вот одни хуи, судя по всему, моются. Это миссия, видимо, Айден Онли. Так, чё, спальня. Да. Зенит, Спартак, смотрю, ебать, отстань. Вон, Анопка, кажись, принимает. Да, это точно российский футбол, блядь, сразу видно. Вялая эта поебанная игра, блядь. Пасы не дальше 2 метра. Опасный момент! Хуй, там не забили. Че, по кайфу это говно смотреть? Ну, смотрите. Ох ты. Ебический заряд бодрости. Значит, мы не успели, да, вырубить конденсатор? Печалюха вообще. Mission uncompletely. Мать его. Так, здесь. О. Где ты, Айден? Душу этих азиатов. Где Айден, где Айден? Скары. Ну, это, видимо, для побега здесь надо было. Либо для какой-то альтернативной ветки. Я так просто узкоглазого завалили ни за что. Ну, вот это генератор. Возможно, он генерирует эти заборы. Почему Айден не может его сломать, непонятно. Сейчас еще троих китаезов завалим, походу. Ничего это было, блядь. А, я понял. Далеко не уходи, родная. Да. Сейчас надо пойти взять автомат и захуярить их. Есть задачки такие простенькие, видимо. Сессор эти, ребят. Блять, опять калашников. Там такие стволы стоят, блять. Он один хуй калашников берет. Все зло на этой планете вооружено калашниковым. Я уловил их ход мыслей. Даже не успел обернуться. Упс. Ай. А чё его никто не... А чё же он? А чё это его отпустило-то? Айден? Ты вернулся. Скорее. О, ебать. Я выпустил этих уёбков. Ну что ж, добро пожаловать на нашу дискотеку. Паранормальная активность 2016. Да-да-да. Вход по флайерам. Так, надо типа лечить, да? Давайте печень полечим, а то нам бухать еще. Так, давай плечико полечим, а то нам еще. Не знаю, что, блядь, что плечу можно делать. Освободи меня. А что, ты не свободна сейчас, что? Что-то там, по-моему, портрет Саб-Зиро появился на двери после первого удара.
нахуй нужен. Райан? Райан в глазке ранен. Он теперь как главный герой из Metal Gear. Лечу, запутать хочу. Может, Айден ему глаз восстановит? Сейчас мы его подлечим, чтобы она его больным-то не видела. Как ты? Ты правда хочешь знать? Давай. Давай. Давай, вояка обоссанный, пошли, пошли. А у него, наверное... А у него, наверное, окажется, блядь, приказ ликвидировать ее после задания, потому что... Потому что я твердо верю, что Райан говно. Надо уходить, пока можем. Я вот смотрю, блядь, и вижу, что он... Что он хуил, а еще тот... Слишком поздно, надо уходить. Ну и пиздуй отсюда, да, блядь, долбоёб. Сам знаешь. Так, кто-то и на сапырку поправил Эллен Пейдж-то. Взрывчатка. Она осталась там, где нас допрашивали. А где, блядь, вас допрашивали? Ой, ебаться, сраться! Ой, узкоглазый, ты что ли, ёпта? Не вопрос. Жаль, убийства все однотипные. Так, где моя взрывчатка? Что, не здесь, что ли? Нас же здесь и допрашивали, вроде как, нет? Вот она, взрывчаточка. Сколько там взрывчатки-то? Где ее размещать надо? Они мне не мешают, да? Блять, если бы я это сделал сразу, мне бы сейчас, наверное, не пришлось это делать, да? Или их бы один хуй вычислили? Ну, вычислили, раз, блять, по умолчанию с этого все началось же. Ёбаный рот. Куда, блядь, идти-то? Ёпта, хоть написали бы, блядь. И чё, блядь, не сюда, да? Там ангар с подводными лодками. Где, блядь, ворота-то у них? Может, здесь, откуда кровь идет? Лаборатория, смотрите. Эти двери не надо ломать, чтобы, блядь. Извини. Ей надо прям ворота, да, заминировать, блядь. Просто, блядь, где подряд взрывчатки накидать, ее нихуя не устраивает. Ну тут водолазы, водолазный. А, и ворота, вон они, блядь, за стеклом. Как их, блядь, уничтожать-то, ёпта? Накидать в подводную лодку и нацелить ее на воронку, что ли? Или что, доплыть скажет? Почему он на нас не нападает? Что, блядь, надо? Айден тоже нырять туда не хочет. Подожди-ка.
Костюм водолазный, я так и знал, блядь, что заставит плыть. Это костюм Человека-муравья, ёпта, я узнал его. Сейчас я уменьшусь до размера... Да, охуенно в чугунных валенках плавать, наверное, я... Чё это такое? В таком костюме в одну сторону только плыть, блядь. На дно. Давай, сейчас мы нырнем как Муму, ёпта. И плавать будем тоже как Муму. Мне очень страшно, Айден. Будь рядом, ладно? Можешь пукнуть, ёпта. Только лишь бы я не сзади в это время не был. Но. А, они тут ходят по дну, тут не глубоко, видите ли. Тут темно. Да ладно, неужели? Где-то должен быть фонарик. В костюме Тони Старка-то, да? Вот он. Тихо, Айден. Ты думаешь, они что, блядь, на звук нападают, что ли? Тихо, Айден. Айден вообще молчит. Я заметил, история умалчивает, что стало еще с нашими двумя спецназовцами, которые с нами. Да кого они ебут, да, по большому-то счету? На самом деле, если там был среди нас узкоглазый, вот он бы не завафлил задание, я уверен. Dead Space. Вспоминаю Dead Space. Сома. Вспоминаю Сому. Че минировать-то надо хоть? Вот эту установку. Нахер она под водой. Такая маленькая установочка открывает такие большие ворота. Ты же знаешь, блядь, Джоди, что будет, если они откроют ворота. То ли дело, блядь, ничего не будет, если мы откроем ворота, да? Нам можно. Если кто, блядь, и отправит этот мир в пучину Армагеддона, пусть это будут Соединенные Штаты ебать копать Америки, Джоди. How can you see? Чё-то там, патриоты не ебаться, демократия, ура. Негров взяли в президенты, следующий будет пидорас. Мы же толерантные. Три минуты. Заебись, она по дну только ходит три минуты. Пора. Да? Ты представь, ты хоть про радиус взрыва-то этого куска говна поинтересовалась? Потому что мне кажется, что за три минуты мы съебаться в неизвестном направлении не сумеем, потому что я не вижу, куда идти. Пойдем на свет. Она бежит, как мило, кривонога, она бежит. Ух ты, ёб твою мать. Рыба-фонарь. Какого нахуй? Жму, давай, кривоногая, блядь, шевели очком своим. Ослиным. Пиздец, кого они выпустили. Они уже опережают исследования америкосов. Давай, косоножка. Давай, низкосракушка, давай, блядь, ползи. Чего она нахуй корчится-то, блядь, сейчас ебёт взрыв сзади, блядь, давай. Да, что-то босс какой-то вялый. Я думал, сейчас будет трепать нас, а Айден будет нас защищать, но не. Как мы... Ты у меня здесь сдохнешь, чертова. Блять, а это еще кто такой? Величайшее открытие, когда-либо сделанное человеком. Человеком? Утеряно! Из-за тебя, американская сука! Утеряно. Я отбил. Да. Джойстик-то я посильнее трясу. Ой, ёб твою мать!
Я не мог это предотвратить. Почему Айден опять ее, блядь, не защищает, не понимаю. Ой. Батюшки-сратюшки. Все плохо, все очень. Ой, сейчас он ей фаталити сделает. Смотри, дерни ее просто на себя, ее просто рвани, блядь, за голову. Сломай позвоночник. Вот так вот, нахуй. Тентакля, блядь. Покарала. Покарала японца. Или кто это был? Ну, намек на Японию, наверное, да? Кто у нас хай-тек? Япония, блядь. Китайцы-то там пиздец еще. Т-34 на параде ездит. Корея, блядь, что северная, что южная, ну, блядь, извините, несерьезно. Название, конечно, этой республики похоже на Киргизию, на какую-нибудь. Но, сами понимаете, да, на какие у Киргизии шансы раньше, второй после Америки, открыть какой-то там, блядь, ебать копать портал. Только если там, не знаю, руины предков раскопать. Итак, ну, естественно, главный герой выплыли, да? Естественно, тут погибнуть никто ни хера не может. А, все, нам уже не холодно, да? За сиську держит, гад. Обмацал еще ее. Давай, Джоди. А слышишь? Возвращайся. Опять. Прям за две лапы это. Сучий потрох. Я тебе, блядь, сука, сейчас очнусь, получишь у меня говнюк, блядь. Я тебе во второй глаз палец засуну. Очнись. Да знаем мы, что тебе надо, ёптать. Фу, блядь. Нос ей зажми, мы долго будем смотреть на это, инвалид ебаный. Ты чё, блядь, не знаешь, как это делать, что ли? Кретинелла. Да, и сейчас она, блядь, очнется, ёпта. А я буду плакать от счастья, наверное, прям. Пизди ты больше, черт. Ой, ладно, Лара Крофт, блядь, в ледяной воде с 50 спецназами дралась. И выжила, и не замерзла, блядь. Это как Ромео и Джульетта. Сейчас он помрет, она очнется. Ну или они оба нахуй помрут, тоже вариант. Сейчас он их расстреляет, да и все. А это что за... Вон! Это они! А вы-то кто такие? Вообще непонятно. Логово дракона назвали они эту хренотень. Значит, 45% не раскололось. Ну, 55% неравнодушные оказались к мучению Криштиана Рональда. Тогда еще никто не знал, что он гомогей. Значит, 3 неоткрытых путя. Пути, вернее, не знаю, что там было. Непройденный путь, вас быстро поймали, 32%. Меня быстро поймали, 32%. Райан вас спас, 43%. 57% Райан не спас, что ли? А, 57% сами справились. Ну да, Кутае не моя сильная сторона. Зато всегда есть интрига. Завафлю я, блядь, очередной файтинг или нет. Я считаю, это главное. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите и все такое. Да, ну да, ну продолжение, естественно, следует. Как мы знаем, игра такой, таким говном не может закончиться.